Кинетически, подсознательно, образ твой селился внутри. Я влюбился в тебя окончательно и в глаза, и в губы твои. Декламировать произведение сложно. Сначала нужно представить, как ты его видишь, привнести в него что-то свое, показать эмоцию и не уйти от темы. А вы разве меня прогоняете? Да и не о чем нам говорить. Ничего в этой жизни не сделал. Так и буду стоять и смотреть. Кто-то читал собственные произведения, а вот старшеклассник Вячеслав выбрал стихотворение Ксении Григорович про город. Город в пол, шальной, беспокойный подросток, устремившийся ввысь, угловатый, упрям. Хэви-метал и рэп, хаос на перекрестках и повсюду прыщи бесконечных реклам. Молодой человек вдохновил не только жюри, но и зрителей. Всего в открытом городском конкурсе участие приняли 16 человек. Выступали и взрослые, и дети. Жюри оценивало конкурсантов в 10 номинациях. Учитывали артистизм исполнения, умение держаться на сцене, оригинальность и творческий подход. Максимальная оценка по каждому из критериев – 5 баллов. В этом году в 2 раза больше участников было. Я в том году сам участвовал, поэтому я могу судить объективно. Нужно судить выход и, соответственно, подачу. Собственно говоря, все понятно. Победители выбрали зрители и члены жюри. Конкурс проводится в 2 этапа. В первом каждый участник читал наизусть произведение. Во втором – незнакомый отрывок без подготовки. Выступления чтецов были яркими, красочными, трогающими до глубины души. Всех участников наградили грамотами, а победителей – Яндекс-станциями. Елена Канина, Денис Вельков, новости Губкинского.